сегодня себя порадовала, которая стоит 40 гривен. То ли 42, но неважно, я округляю, 40. Вот. Значит, килограмм был сегодня 192 гривны. Я перемерила всего, о боже мой. Вы это уже, наверное, видели. И вот выбор пал на вот такое белоснежное, прекрасное, красивое летнее платье, которое под загар будет мне, ну, просто великолепно. Просто великолепно, мои дорогие. Вот. Ну что, привет, мои хорошие. На скидочке сегодня мой любимый секонд-хенд. Перед отъездом какие-то, может быть, новиночки будут сегодня. А какие? Плащики, платьичко и все остальное. Людочка идет. Привет! Привет всем. Привет всем. Я спешу сильно, давай. Все, давай. Радужная накидка 192 гривны килограмм. Италия. А вот сразу же я надыбала это свое шикарное белое платье. Завоз 192 гривны килограмм. Долго примеряла, крутилась перед зеркалом. Надо, не надо. Потом думаю, ну что я думаю? У меня же есть Людмилка. French Connection. Вот такая вот фирма. Ребята, я в восторге. 40 гривен. А вот, девочки-красавицы, офигенный комбинезон. Но, скажу честно, я для него очень толстая, просто кабан. Была бы девочка, килограмм на пяток меня худее. Вы посмотрите, какой шикарный насыщенный цвет. Ну, смотрите, ну тумба-юмба. Ну, не все мне может быть к лицу, но груди хорошо. Ну, все, ну Карлсон. Карлсон отдыхает, но, может быть, кому-то так красиво. А вот я примерила платье. А может, это и не платье. Кто разбирается, пожалуйста, напишите мне. Так, с накидкой сверху черной. Очень оригинально, красиво смотрится. Платье Шикмадера. Классное. Господи, девочки, какая красивая юбка. Это просто прелесть. Копенгаген. Шикарная. Как она мне понравилась. Но мала. Мала. Ну, посмотрите на эту коктейльную заровскую юбочку. Ну, это вообще класс. Девочки, ну я толстая, она тоже на меня мала. 77 гривен, прошу прощения, минус 30%. Ну, класс. Худенькие девочки, налетайте. Мой любимый цвет. Мама дорогая, как же мне нравится глубокий синий цвет. Я и крутилась, я и примеряла. И так, и сяк. Господи, как же я хотела его купить. И я его купила для своей подруги. Надеюсь, я подругу порадую, потому что он совершенно новый. Смотрится классно. А на работе она будет просто красотка. Цвет шикарнючий. Бонапартье. Ага, можно подумать, я понимаю, что это за фирма. Надо будет загуглить, почитать. Девочки, платье просто шикарное. Ну, не мой день, маловато на меня. Ну, пяток килограмм убрать, и было бы просто класс. Какое же оно стильное, классное платье. Особенно для офиса, это просто было бы бомба. Сколько скидка? 30%. 143 гривны минус 30%. Ну, легкий, да? Полный рост. Может быть. Спасибо. Ну вот, мои дорогие, посмотрели вы мой обзор. Кому нравятся обзоры секонд-хенд, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень сильно ждать ваших комментариев по любому поводу. Так что, мои дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, я вас целую. Пока! И все мы хотим лета, все мы хотим лета, лето, 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 лето. Многие лета всем вам.